Ночью во время патруля полицейские остановили очередного водителя мопеда, нарушившего правила дорожного движения. И вновь это оказались совсем молодые ребята, которые весьма безалаберно относятся к своей безопасности. Как на водителя мопеда мы составили на вас административный протокол по статье 615 пункт 1, так как вы нарушили правила дорожного движения 171 в разделе 24. Водитель мопеда перевозил за спиной своего друга, что противоречит правилам, если транспорт не оборудован специальной коляской. За нарушение правил дорожного движения ребята получили штраф в размере 2 МРП. После того, как скутеристов отпустили, патрульных вызвали на место другого нарушения по улице Есет-Батыра. Батыры на пути остановки молодежки. Статья 599, часть 1. Так, 15.07 за 4 года, время 21.00, гражданин. По улице Есет-Батыра напротив остановки молодежки. На пешеходном переходе проехал на красный сигнал светофора, тем самым нарушил статью 590, часть 1. Правильно? Удобно. Здесь заявление идет от гражданина, которого вы видели, его в письменном виде. Штраф полную сумму 36 920 тенге, в сокращенном порядке, если вы согласны, 18 460 тенге. Это ваше право, если вы согласны, я могу 50% наложить штраф. Переводчик нуждаетесь? В чем? Переводчики. Вам все понятно? Да, конечно. Вам адвокат нужен? Нет. Помощь адвоката не нужна? Протокол изменения какие-нибудь желаете изменить? Нет, все верно. Все верно, да. К чести нарушителя стоит сказать, что он повел себя добропорядочно, не стал пререкаться и доказывает свою невиновность, что нередко происходит среди автомобилистов. Я ждал. Да? Согласен с протоколом? Конечно. Да, наружу, ребята, это вообще с пятого года, как я получил права, это мне первый раз такое. Это вот, ну, блин, это усталость или что. Я сегодня с утра день задался вообще на работе. Поспешите. На каску пили? Да, на каску пили. Аппликации нужны? Да, вообще не пили. Да. Для второго пассажира. Так можно что-то? Ну вот для второго пассажира можно. До свидания. А? До свидания. А что вообще видео уже? Фиксация доведется. Следующим нарушителем вновь стал скутерист, и вновь молодые люди, и вновь нарушение правил перевозки пассажиров. По данным полиции, большинство скутеров по заводским стандартам предназначены только для одного седока. Однако нарушитель утверждал, что в его скутере подставки для ног достаточно длинные для двух пар ног, да и длина сидения позволяет. По статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК вы нарушили правила дорожного движения, перевозя пассажиров на непредназначенном для этого транспорте. Вам выписан штраф в размере 3692 тенге. Профилактика дорожной безопасности в Актюбе необходима, ведь аварий со смертельным исходом у нас не редкость. Не так давно 3-летний ребенок погиб под колесами газели. Трагедия произошла 10 сентября в 3 часа дня. Мама с ребенком переходили нерегулируемый пешеходный переход в районе гормолзавода, когда на них наехал крупногабаритный транспорт. От полученных травм 3-летняя девочка скончалась, а мать была доставлена в больницу. 10
10 сентября текущего года в городе Актюбе на южном обходе примерно 15:00 часов 18-летний водитель автомашины «Газель» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход в возрасте 3 лет скончался в больнице. Второй пешеход с различными тяжелыми травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Трагедия случилась на южной объездной дороге. Водитель «Газели» был водворен в изолятор временного содержания. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что девочка скончалась в реанимации многопрофильной областной детской больницы через 35 минут после госпитализации из-за травм, несовместимых с жизнью. Женщина 1992 года рождения попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Актюбинские полицейские выходят в ночные рейды, чтобы предотвратить правонарушения среди автолюбителей и пешеходов. В одну из ночей они задержали машину ВАЗ-2114, водитель которой находился в алкогольном опьянении. Сотрудники батальона патрульной полиции проводят регулярные выезды на улицы города, чтобы предотвратить аварии и другие несчастные случаи с участием водителей и пешеходов. Так, ночью 13 сентября был задержан пьяный водитель за рулем легкового транспорта ВАЗ-2114. Согласно административному кодексу, на него был составлен протокол. Помимо этого, полицейские выявили лихачей, которые ездили за рулем без водительских прав, не пропускали пешеходов и нарушали другие правила дорожного движения. Их транспорт был водворен на штрафстоянку, а сами водители привлечены к административной ответственности. На этой неделе в Актюбе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Инспекторы ювенальной полиции вместе с общественниками проводят ночные рейды по социальным объектам. В ночном городе. Цель данного мероприятия – это выявление несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, склонных к антиобщественной деятельности. В настоящее время с нами совместно проходят депутаты городского маслихата, комиссия КЗПН, члены общественного совета, сотрудники прокуратуры, волонтеры. Все участвуют в данном ОПМ. За первые 4 дня ОПМ инспекторы выявили 116 несовершеннолетних, которые находились вне дома без присмотра родителей после 10 часов вечера. Их доставили в отделение полиции, куда вызывали их родителей и с семьей проводили профилактические беседы. Это гуманитарный колледж.
гуманитарная помощь. Играл? Нередко детей задерживают в компьютерных клубах. Данному студенту нет 18 лет. Но его родители проживают вне Актюбе, поэтому отвечать за него перед полицейскими будет куратор его учебной группы. Но родителей в известность тоже необходимо поставить, как бы задержанные этого не избегали. Алло. Дай Томми, пожалуйста. Ты кто? Видите, она все там. Сестра. Ну, позвони маме. Родная мама? Нет. Маме позвони, пожалуйста. Ну, она беременна, но волнуется. Я понимаю, но она должна знать. Мы не можем, чтобы она не знала. Папа есть? Папа. Рено, давай не будем шутить, пожалуйста. Я сейчас наберу гуманитарный колледж, директора вызову сюда. Позвони матери для начала. Задержанных детей ждет устное предупреждение, при повторных фактах штраф. Штрафы получают родители. Таковых за время ОПМ было 12. Если поделить по штрафам именно и предупреждениям, то на сегодняшний день преобладает именно предупреждение. Почему? Потому что иногородние студенты, приехавшие в город, начали учиться, многие не знают свои права, обязанности. Сейчас в этих рамках, в этом в этой связи на улицах и в учебных заведениях проводятся лекции. Также появляются несовершеннолетние, которые все-таки не знают и во первый раз появляются сотрудники полиции. Почему? Потому что не за то, что не знали. За это дается предупреждение сейчас на первый раз. Сейчас мы Тамерлана задержали в компьютерном клубе. Сейчас у нас идет ОПМ, республиканский ОПМ, внимание дети, с 6 по 15. В этих рамках мы его проверяем в компьютерном клубе. Тамерлан находился в компьютерном клубе после 22.00. Ага, теперь сейчас мы его доставим в отдел полиции. Вы сейчас не в городе? Наверное, мы не имеем права поместить сейчас Тамерлана в центр адаптации несовершеннолетних. Сейчас Тамерлан сказал, что у него сестра есть, и мне нужно передать государственному служащему, это куратор, либо завуч по воспитательной работе учебного заведения. Мы передаем только им, а завтра уже к нам приедете. Либо отец ребенка, либо мать. Другие законные представители не будут считаться. За первые дни ОПМ в отношении 104 детей были приняты административные меры. И как уже было сказано ранее, большинство из них отделались предупреждениями. Но 4 подростка были поставлены на учет. Так же, как и 2 законных представителя, которые не исполняли своих родительских обязанностей. Случай вызывается родителей, с места учебы, оповещает с места учебы, куратор, замминистра по воспитательной работе, директор. На сегодняшний день имеется несовершеннолетние, популярность тенденция такая, что несовершеннолетние носят с собой холодное оружие, то есть ножи, кастеты. На сегодняшний день именно уже 3 факта, когда несовершеннолетние задержаны с холодным оружием. Это за время ОБФ вот этого? В случае, если вот нашли холодное оружие, какие действия в отношении подростка? Назначается судебно-медицинская экспертиза. По итогам экспертизы уже дальнейшие действия, это следствие идет. За ношение холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность 16 лет. Если подростку было меньше 16 лет, то дело в его адрес прекращается. Но в дело идут штрафы родителям. Само оружие изымается. Проводим рейды вечерние и выявляем профилактические мероприятия, чтобы несовершеннолетние дети в позднее время не находились в компьютерных клубах, в веселительных заведениях. Также моя комиссия в данный момент с нами, депутаты маслихата, на рейдах участвуют сотрудники, инспектора и я как секретарь комиссии. К вам комиссию обращаются родители, дети, вот какие-то дела рассматриваете внутри самой комиссии? Да. За прошедший период, вот за 7 месяцев. В комиссии по защите прав детей регулярно рассматривают дела, связанные с девиантным поведением несовершеннолетних. С начала года они рассмотрели более 60 дел. И там направление, в первую очередь, конечно, права детей, начиная там социальная помощь и родителям, и детям, выплаты, дети инвалиды, ну, особенные дети. Устройства садики, школы, колледжи. Разные ситуации бывают, кейсы разные. Моя комиссия состоит
из государственных органов, то есть представители государственных органов, где есть здравоохранение, образование, также полиция, и из этих органов поступают, либо к ним поступает обращение от родителей, либо напрямую к нам через Акимат, то есть комиссию. Не всегда виновным признается подросток. Зачастую виноваты его опекуны или родители. В особо проблемных семьях детей необходимо забрать и поместить в приют.